Приветствую всех на канале Сибирячка готовит, с вами Елена. Посмотрите, какое настроение, какой праздничный день. Поздравляю всех с замечательным праздником, женским днем 8 марта. Хочу большой привет передать подписчикам своим, с одноклассников, с Фейсбука, с Ютуба. Спасибо, дорогие мои, за поздравления. Всех люблю. Хочу поздравить вас взаимно вместе с Андреем. Да, я здесь, это тоже лицо. Пожелать вам счастья женского, здоровья, чтобы ваши семьи не знали бед, никаких болезней, чтобы мы, женщины, были всегда спокойны, чтобы за нами был тыл. Что хочется еще сказать в этот замечательный день? Можно я? Чтобы мужчины побольше цветов дарили своим женщинам. Да, хорошее пожелание. А я со своей стороны хочу заметить, что мы, женщины, должны хорошо выглядеть, всегда быть на позитиве, воспитать детей, накормить семью, создать энергетику в ней и быть поддержкой своим мужьям. Я желаю вам, женщины, побольше сил, уверенности в себе, идти к цели, не сдаваться в наше трудное время и всегда побеждать. Мои хорошие, всех люблю, желаю здоровья и всего-всего самого лучшего. Обязательно, чтобы наши рецепты у вас обязательно получались. Будьте молоды душой, не старейте. Целую вас, обнимаю, желаю крепкого-крепкого еще раз сибирского здоровья. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.